Скут, господа. Все, скут начался, дорога кончится. Ремонт. Что-то я тогда был, тут дороги не было. 2 года назад. Ничего не изменилось за это время. Так, нам еще 14 километров. Ну, Усть-Кут он такой. Он длинный, вытянутый так вдоль берега Кута. Или Куты. Ну, короче, вот этой речки, что справа. Ну, там Лена. Так-то, если на Северобайкальск, то тут еще 40 километров, наверное. Надо, чтобы его объехать по кругу. Ездил метров 500. Стоянка грузовая. Может, тут еще какие есть, но я знаю только эту. Oh, no, that is what they all say when they see me pouring some more. Oh, oh, then gets empty again. Better fill it up before I go. Cause I'm loving it, feeling it, touch me and being it. See what I see in it, I'm typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, let it all go. Oh Lord, think you know what I'm like. But you don't fall, you lose control. Bittersweet melody. When I dance on your fly. Cause I know what you don't. Got so hot, I forgot what I should have thought of before. Sure ain't easy for you to let off the rules, cause that's so much fun. Are you loving the feeling it? Touch me, are you in it? Don't see what you're seeing, but typical. Messing around with it, mix it up, go with it, flow with it, please let it go. Oh, no, then I did it again. I said a few things that I shouldn't have done. Well, bittersweet melody when I dance on your fly. Cause I know what you don't. It is me you adore. How does it feel to breathe when you're dead? Breathe when you're dead. They never seen you out of your bed. Got to the bone.
Кирова. Грузовая площадка РЖД. Это, наверное, мне вот немножко дальше. Но если верить адресу, который вбит, то вы знаете, наверное, стоило бы, наверное, позвонить. Километра с левой стороны. Ну, вот где-то вот здесь. В общем-то, мы уже как бы вот в сам Усть-Кут. Ну как бы в Усть-Кут-то мы уже давно въехали. Но вот тут все через частный сектор. Ехали. И вот до чего-то уже все-таки доехали. Было, наверное, все-таки вот здесь остановиться и набрать локомотивное депо Лена. У меня есть номер телефона. Наверное, я сейчас тормознусь. Вот здесь вот прижмусь и позвоню. Еха, пикаешь. Все правильно, мы едем. Нам еще немножко дальше. Сказали напротив кинотеатра Магистральный с правой стороны. Третий светофор. А какой тут третий? Я тут вообще ни одного светофора не вижу. В общем, смотрим кинотеатр Магистральный. После него въезд налево. Это пишет 700 метров. Ларис Ивановна. А эти не находят. 19А не находят. Но улица Кирова вот она. То есть мы еще не доехали. Я позвонил тут. Все, сказали сразу, заезжайте. А так объездная, вон она поверху идет. Если туда. Через 300 метров поверните налево. А, вот кинотеатр Магистраль. Стоят только. Наверное, мне вот сюда сейчас налево. Ну да. Походу нам вот сюда, да? Ладно, сейчас я вот сюда прижмусь. Но это было, наверное, вот там. Кирова 19А, это здесь? Можно заезжать или нет? На выгрузку. Сначала выписать, потом заезжать. Заезжать? А, там уже сзади подперли. Все торопятся. Мысли ни у кого не возникнет, ну подождать, дать сдать машине назад. Давай, смелей. Налево будешь заходить или что-то? Да, налево сюда, пролетел поворот. А так по пропуску надо выписывать. Сказали заезжать, потом пропуск выпишу. Здрасте. Что-то не подумал стать пропуск ходить выписать потом. Ну заезжай, заезжай. Куда стать? Крещенск. Кубы, да. Пустые? Нет, полные. Груженные? Да.
аэропорта и заскакивает туда. Ну все, сейчас сюда и подойти, да, пропуск купить? Да. Все, понял. А, вон и наши клубы стоят. Вообще все красиво. Вот и клубы наши. Все тут. Огонь! Пошли выписывать пропуск. И будем выгружаться. Прибыли! Вот они. Так что прямо тут нас и выгрузят. Все, только надо развернуться, сказали. Потерян сигнал GPS. И вот здесь вот встать, ну, чтобы левый бок открыть. Поэтому сейчас вот развернемся. Переодеваемся, идем, раскрываем бок. И будем выгружаться. Что не может не радовать. Все, доехало, все хорошо, выгружаем. Вот не знаю, если вам видно, вон поверху горы идут машины. Вот это есть объездная у скута. Вот так вот поверху и вдоль города вот так вот и едешь. О, у нас тут ничего, все лихо. Процесс идет, пацаны выгружают. Сейчас разгрузимся. Я думаю, в течение получаса. Там гора хорошая такая, объездная. Там много спускаешься с нее, там хороший спуск такой. Все, братцы. Без 15.4. Мы выгружены. Свободный. Вот. Короче, получилось у нас 5365 километров. Ой, 19 тонн мы тащили. Расход вышел 31,8 на это все расстояние. В Братске было 31,5. Вот на 0,3 на подняло вот за этот, ну, по горам по этим. Сожгли мы тонну 709 литров. Так, что дальше? Дальше мы сейчас едем на стоянку, которая была на въезде там, в Пуськуте. И, видите, даже не переодевался, так грязным и остался. Ну, как грязным, ну, в рабочий. Надо в прицепе убрать. Я так понимаю, там выметалось последний раз в Липецке грязи там по колено. Надо в палетниках порядок навести, потому что там черт ногу поломает. Ящики в боковом, там тогда, когда с этой аварией, там все это доставалось, закидывалось, там тросы, там резинки, в общем, все навалено, просто бардак. Поедем сейчас на стоянку, как раз еще светло, пока светло, наведем порядок. И будем ночевать здесь, в Усть-Куте. А все остальное тогда потом
расскажу, куда чего дальше. Заводимся, поехали. Потерян сигнал GPS. Поехали, поехали, буксуешь. Сегодня суббота, 13-е. Ну, я не знаю, тут кто-то будет что-то смотреть, не будет. Нет, не будет. Все. Спасибо, до свидания. Охрана нас выпустила. Красиво. Вот мне понравилось. Сейчас спросил. Подожди, сейчас я выйду. Да подожди ты 2 минуты, куда ты так торопишься? Остановился на легковой, уж ты, елки-палки, какого великого барина придержали немного. А там стой, буксуй потом. Ух ты какой, сигнали тут. Вот, спросил у этого парняги, что выгружал, говорю, а куда это все? Говорю, ну, получатель у нас Саха, Якутия. Туда, куда-то. Короче, говорит, сейчас... Вот сейчас там впереди как раз стоял америкос. Американец. Америкос. Грузился на этот. Сейчас на зимний, говорит, потащит. Я говорю, и как долго? Ну, говорит, вот сейчас... Ну, сейчас-то вот потеплело. Но вроде как в ближайшее время тут немного еще морозы будут. Вот как те морозы, говорит, спадут, и все, говорит. И зимник прекращать надо. Ну, все закончится, потому что он начнет плыть. А когда зимник поплыл, это значит, там уже потом никто не проедет. Вот, а так вообще мне понравилось, да, все четко. Час времени разгрузились, документы привезли, все, красота. Погнали на стоянку. Сейчас позанимаемся паркохозяйственными делами. Потом займемся компьютерными делами. В общем, времени у нас сегодня тут. Вроде хотел, один тут подписчик писал, говорит, подъеду. Ну, правда, телефоны есть, ребят, ну, парни. Сразу хочу сказать, я не могу звонить кому-то. Вот, здрасте, я такой-то, такой-то, приехал, все, бросайте все дела. Езжайте тут меня, красавца, возите по городу. Там Усть-Куту, неважно где. Как-то, ну, у меня просто даже, я не смогу эти кнопочки набрать, номер телефона нажать, чтобы так сделать. Кто уж совсем настойчивый, те вылавливают без проблем. Всегда готов, всегда рад на контакт, на общение. Но вот именно самому позвонить, напрашиваться, меня просто, мне совесть не позволяет. Отвлекать людей, суббота, выходной, люди отдыхают. Тут позвонил, здравствуйте, Шпак Великий проехал. Вот, один тут как раз еще тоже, там, я не помню, как зовут, правда. Написал, я написал, где буду выгружаться, во сколько, ну, никто не подъехал. Нет, так нет. Поехали на стоянку. Тут дел тоже. Я же говорю, паркохозяйственные, компьютерные. Это сейчас кажется, туда-сюда и провозишься сегодня часов до 12. Вот. Куда поедем грузиться, знаю. Когда, где будем грузиться, тоже знаю, но не скажу. Скажу, когда поедем туда. Пока мы рулим на стоянку. Вот так получается, вот отсюда приезжаешь, это с объездной, вот когда сходишь. Ну, это, наверное, туда на Зимник ехать, в сторону Зимника и в сторону Северобайкальска. Это все вот туда, по этому пустику. Что-то этот КамАЗик здесь такой потрепанный стоит. Нам надо уступать всем подряд, да? У нас там вроде как с горы никого нету. Thank you.
есть, но... ДТП. Да, с дорогами в Искуте проблема. Ну, а если весь этот участок вот полностью уже брать от Братска, вот три места только, где 5-7 километров такая. Не Искут, типа как здесь, а вся остальная шикардос, только вали и вали. Ну, сама по себе такая, да, интересная. Право, лево, вверх, вниз, особенно вот здесь. До Хребтовой, там-то уже, ну, там вверх-вниз, но меньше право-лево. Ценник, да, тут сейчас тут 53 с чем-то здесь топливо стоит на Роснефть. Обалдеть. Ну, это вот пацаны на зимник стоят, это 100% с этими, с техникой с этой поедут. На этой Роснефти всегда. Там еще одна есть, если туда, вот на Северобайкальск, когда объедешь, там еще одна Роснефть. 53-20. Там тоже постоянно куча машин, там лесовозы заправляются. Вроде тут тоже какая-то типа стоянки. Но мы едем туда, на ту проверенную. Займемся делом, наведем порядки и со спокойной душой будем отдыхать сегодня. Сегодня будем отдыхать, работать будем завтра. Куда будем работать, чего будем работать? Заехал на стоянку, принимаешь, нет карты. Вот завтра и... Как начнем работать, да, завтра и скажу. Ты что, со стороны Братска пришел? Потом появится денежка. Тут и банька есть, все. Ну, не знаю, пойду в баню, не пойду, подумаю еще. Я, в принципе, тут пару дней назад там мылся. Вот, сейчас надо где-то паркануться. И на этом хорош. Все тогда, друзья. Ищем, где стать. В принципе, что тут искать? Взял вот тут вот и становись. О, прямо напротив бани.